будем с редальчиком делать поделочку к 14 февраля. У нас есть бумага цветная, степлер, клей, ножницы и нитка. Сейчас Эльдарчик будет отрезать полосочки. Берем ножницы в одну ручку, как мама тебя учила, одной ручкой резать. Сейчас нам нужно разрезать. Ух, у тебя получается! Сразу режет полосочки. Это такой силач. Такой толстый слой бумаги разрезаешь. Еще чуть-чуть. Отрезали. Вот такие у нас полосочки получились. Отрежешь еще полосочки? Давай. Давай. Все, все полосочки готовы. Смотри, у нас есть такая штучка. Теперь ты должен нажимать на эту штучку, чтобы у нас получились сердечки. Мы сгибаем листок бумаги пополам, а потом делаем форму сердечка. Нажимай на эту штучку. Ой, у нас что-то получилось, сердечко, да? Да. Сердечко получилось. Давай еще сделаем сердечко. Не, ножницы уже не нужны. Уже надо этой штучкой делать сердечки. Так, сейчас я засуну. Жмем. Ой. Теперь нужно их склеить клеем. Берем наш... Ой. Наш клей вылез. Вылез. Залезай. Так, мама берет сердечко, мажет сбоку клеем. И приклеиваю, смотри, сынок, второе сердечко. Будет цветочек. Вот так. Мама сделала вот такой вот цветочек и сердечек. Сейчас мы к нему привяжем веревочку. Давай. Берем нашу веревочку и завязываем. И таким вот украшением можно украсить дом. Повесить куда-нибудь на гвоздик, на полочку. Можно сделать много таких цветочков. Смотри, сынок, как красивый цветочек.